Текс. Короче, но я не мог, во-первых, не застримить и не записать видео, потому что в Rouge Company вышел первый Battle Pass. Первый в этой игре. Он должен быть, ну, максимально хорошим и продаваемым игру, как говорится. Поэтому мы его сейчас будем смотреть. Там, если не ошибаюсь, 60 левелов. Ну, в общем, мы сейчас посмотрим. Не помню, честно, сколько он стоит. Мне его выдали. Но нас интересует что? Нас интересуют награды в этом боевом пропуске, правильно? Давайте смотреть. Во-первых, лаймовый камуфляж. Мне понравился. Правда, вот этот камуфляж мне очень зашел. Потому что он такой а-ля классический. Милитари. Вот его бы чуть-чуть потемнее сделать, и было бы имба. Рамка. Ну, рамка. Я не фанат рамок. Нам что? Уф. Хорош. Нас интересуют в основном эмоции, скины, ну и камуфляжи, наверное, разные. Так, погнали дальше смотреть. Сумка с добычей, редкий флаг. Ну, такой себе. Усиление на 30 минут, ну, такое себе. Аватарка. Аватарка звезда шерифа. Мне не нравится. Рект. Граффити забавно. Еще усилитель. Калейдоскоп. Калейдоскоп. Просто бомбезная, на самом деле, обертка. Для холодного оружия выглядит еще офигенно. На 9 левеле открывается. Выглядит как, ну, прям пушечно. Мне нравится. Погнали дальше. Охотник саван. Красивая рамка, кстати. Прикольная. О, даже эрбаксы дают. Прикольно. Звание знатный. Нормально. Усиление на 45 минут. Такое себе. Бесплатно. Не покупая Battle Pass. Но дойдя до этого уровня, можно будет получить террорист. Редкий аватар. Окей. Первый скин, да? Первый скин. Даллас. Ну, прикольно, слушай. Не, нормально. Мне нравятся скины в Rouge Company тем, что они не делают скины именно персонажей, а именно агентов аляпистыми. Как во многих играх сейчас любят делать скины, которые свистят, пердят, светятся на весь экран и все такое. Они делают их максимально по, только сказать, по канону игры, меняют там, да, какие-то расцветки и все. Вроде изменения небольшие, но прикольные. Мне нравятся, забавно. Так, граффити граната. Граффити граната, опять усиление. Так, нефрит. Что, нефрит у меня как будто уже был куплен. Может быть такое, что они в Battle Pass добавили то, что у меня уже есть. Ну тоже ничего, что прикольное, прикольное. Так, радио будущего, рамка. Ну, ну так, а предыдущая мне больше понравилась. Фейерверки, эмоция. Пуча. Ну нормально, вот это нормально, мне нравится. И еще эрбаксы. Еще эрбаксы, это хорошо. Усиление на 45 минут. 1000 эрбаксов стоит. Ага, ага, понял. Так, жуткий птерозавр флаг. Забавный. Спящий. Вот Ктулху мы видели уже в смайте. Да, по-моему, если не ошибаюсь, это аватарку. Ну, классная, классная. Змея прикольная. Усиление такое себе. Редкий предмет флага. Ну, такое. Так, желтый цифровой камуфляж. Забавно. Ничего, прикольно. Эрбаксы. Так, редкий предмет квартет граффити. Это на 30 уровне. Мало скинчиков, но мы сейчас дойдем. Так, эпическое звание бесчастный. Бесчестный. Бесчестный, нормально. Так, опасный парень Тренч. Ля какой. Не, я говорю, мне нравятся их скины. Мне крайне нравится, как они делают их. Типа, они их делают крайне... крайне по канону, так сказать, игры. И не ляпистами, это самое главное. Аватар сейф, кстати, прикольный. Дешево выглядит, да не, нормально, скинчики вроде ничего. Токсичность. Ну, прикольная обертка, но первая была лучше, так это переливается. Что-то мне это не нравится, ну, вроде ничего. Бывалый боец, нормальное, кстати, звание, вот это хочу звание. Неоновые ночи. Я про скины оружия, Фитнес. Урум. Забавная, забавная эмоция, мне нравится, прикольно. Так, усиление на 1 час. Блин, ну это такое тоже. Так, айсберг, оружие. Красиво переливается, слушай, прикольно. Да, смотри, прикольно, как ледышка такая. Ну вот это ничёшное, да, нормально. Еще эрбаксы. Так, Валентинка от Димы, флаг. Еще усиление. Попкорн. Попкорн тоже уже продавался, кстати, в магазине. Кстати, вот это
Это странность. Попкорн же уже продавался. Ну ладно. Так, реактивный ранец, вингсьют мы не посмотрим. А, он без крыльев идет. Я думал, он должен раскрываться как-то. Слушай, тогда прикольно. В Destiny 1 в 1 эмоции? Да, но это стандартное. Не, вингсьют прикольный, кстати, если он не раскрывает крылья. Дорого, богато. Там доллары. Ну, тоже ничего, прикольно. Ну, мне кажется, лучше бы она была просто, ну, типа, не анимированная, было бы круче в разы. Знаменитость, ну, такое себе звание, какая знаменитость. Так, 49-й левел, аватар первого сезона. Ну, это, вот до этого момента стоит дофармить, просто ради того, чтобы получить аватар первого сезона. Ну, типа, камон, первый сезон, первый батл пасс. И финальная награда, Скорч, которую я дико хочу, она выглядит просто охренительно. Посмотри, что за скинчевский. Нет, ну это ли не кайф? Мне, вот этот скин мне очень нравится. Вот этот скин прям мега... Ну, блин, у него полигоны, текстуры вообще кайфные. Мириэль? Я не знаю, что такое Мириэль из какой-то другой игры, да? Выглядит кайф. Так, важное. 88 дней на боевой пропуск дается. Не знаю, быстро он фармится или нет. Вроде как нормально. Поэтому 88 дней, мне кажется, достаточно. Я хочу, знаете, что посмотреть? Эрбаксы. Эрбаксы 150, 300, 450, 600. Ага. То есть за весь боевой пропуск мы можем получить еще сверху 600 эрбаксов, с учетом того, что пропуск стоит 1000. То есть возможности купить боевой пропуск один раз, чтобы покупать все последующие, такой возможности нету. Но вот это печально. Это печально. Ну, в целом, слушай, в целом нормально, скинов мало. Я бы на их месте присмотрелся бы в сторону Fortnite все-таки и посмотрел бы на их боевые пропуска, потому что там скинов в боевом пропуске овер много. Здесь их получается раз, два, три, все, три скина. Ну, как в Смайте. Ну, другой момент, что они часто меняться будут, наверное. Но в целом прикольно. В общем, в любом случае делаю эту запись для Ютуба, чтобы оставить ее, так сказать, в мемуарах. Почему? Потому что это самый первый боевой пропуск. Включим размытие. Появится каналчик, нужно будет на него подписаться. Видосики. И, знаете, под запись хочу, чтобы написали в комментариях, как в целом боевой пропуск Rouge Company понравился или нет. Ну и лайки с комментарием. Ну, как обычно. Все как обычно. Угу.